В преддверии Дня защитника Отечества мы традиционно решили узнать, чем планирует порадовать своих защитников прекрасный пол. О том, какие подарки ждут сильную половину человечества, смотрите далее. Каждая женщина в праздник хочет сделать приятное своему мужчине и подарить ему нечто особенное. Однако, если для одних 23 февраля повод серьезно задуматься над полезным и нужным подарком, то для других презент не больше, чем просто знак внимания. Можно подарить парфюм, например. Или что-то из его интересов. Наверное, куплю пряник тверской, потому что я гостья в этом городе. Наверное, как вот в качестве сувенира, и мужчины все сладкоежки, пряник. Билеты в театр, чтобы получить приятные эмоции и скрасить свой досуг, свои будни. Maybe perfume. Может, парфюм и хорошие часы для него. Это все? Yeah, that's all. Все по классике. Носки, бритва и пена для бритья. Ну, у меня только сына, но сын живет, он уедет на 23 февраля, поэтому я его поздравлю по телефону. Подарю косметику для автомобилей, что, может, они сами это и не купят, потому что она, ну, как бы и хорошо, и, может быть, не будут на это деньги тратить, а подарок будет приятный. Некоторые ответы шаблонны и не смогли не вызвать улыбку, но каждый из них объединяет одно – желание порадовать своих защитников.